Всем приветики. Пришла ко мне такая вот посылочка. Это веб-камера. Пришла в почтовом пакете целлофановом, без пупырки, без ничего. А внутри была так вот завернута, перемотана слюдой, или как она называется. Как бы такой вот, типа, мешочек, которым обычно сыр перематывают. Вот. А внутри еще какой-то поролончик. И мы сейчас попробуем открыть. Ну да, реально, такой вот штукой сыр перематывает обычно на магазинах. Причем эта веб-камера должна быть лучше, чем та, что у меня была. У меня была Logitech C270. И сейчас я смотрел, она стоит в магазине $45. А это стоит $18. Она перемотана в такое большое количество поролончика. То есть довольно-таки хорошо упаковано. Хоть почтовый пакет был без пупырки, но пупырка особо-то и не нужна, потому что здесь так хорошо упаковано. Но пупырка бы не помешала все-таки техникам. И здесь такая штука, как у меня сейчас, кстати. Вот у меня точно такая же сейчас. Этот штатив точно такой же, я с него с такого же сейчас снимаю, мне он не нравится. Здесь еще такой же сырной пленкой замотано. Как же здесь все так перемотано жестко. Так, уже точно не убежит никуда. Так, получается, вот сама веб-камера, а вот это типа штатив. То есть по логике, все так в пакетиках. То есть по логике в этой камере должна быть штучка, за которую можно крепить. То есть ее можно использовать не только как веб-камеру, но и как камеру. То есть ты можешь поставить ее, прикрепить на ножки и снимать ей что-нибудь вместо веб-камеры. Она будет как реальная камера, но все равно будет подключаться через USB, я так понимаю. Ну, в общем, надо разбираться. А вот у меня сейчас точно такой же штатив. И самое интересное, что он пока сейчас новенький, и ножки у него ровненькие. Но его прикол в том, что эти ножки могут загибаться. Если я ее еще согну, она реально согнется. Только потом сложно будет выровнять. Они сейчас вот, кстати, плохо гнутся. Вот это вот максимум его разгибания. Но можно ножки сами согнуть, они как бы гнутся в разные стороны. То есть вот так. Только потом сложно их выпрямить. Я свой уже изогнул. Вот я сейчас выпрямляю. И она уже, видно, неровная. То есть это более-менее такие ровненькие, а здесь согнул, и она уже такая немножко, видно, кривая. Сложно теперь будет ее сделать идеально ровной, какой она была до согинания. Поэтому я себе заказал другой штатив, который мне тоже пришел. Это уже будет следующая распаковка. Но это как бы, но он большой. Забегая наперед, покажу. Вот такой вот он. Это уже будет следующая распаковка. Но этот штативчик пока отложим. У меня сейчас точно такой же вот здесь стоит. Вот. Нас интересует веб-камера. HD Webcam, High Quality Glass, высокого качества линзам, чистое изображение. И вот, в общем-то, та вебка, которая у меня была, сейчас стоит $45, а это 18. При этом она лучше, чем та, что у меня была, потому что у меня снимала 720p, а это снимает в 2K. Plug and play, то есть не нужны драйвера, ничего, подключаешь, она сама определяется. Микрофон есть, и вот 2К качество. Вебкам. Причем круто то, что она в такой коробочке. Обычно с Китая приходит в каких-то картонных коробках или просто в пакетах без ничего. А здесь такая коробочка, то есть сразу видно фирменная вещь. Причем она такая новенькая, такая целенькая, непомятенькая, блестящая такая. Открываешь. Ну, прям чувствуется, что вроде как классная штука. Все, в коробочке больше ничего нет. Здесь что у нас? Это параметры веб-камеры. 50 Гц, микрофон. USB 2.0. Поддерживаемая система. В общем, все системы поддерживают. Длина кабеля 1.5 метра. И здесь ее характеристики HD камеры сама, 2 микрофона, 3 лампочка, которая будет показывать, что камера работает,
Или то, что... А, нет, то, что видео записывается. А 4 лампочка, что камера работает. USB и держатель. Так. Здесь что? Показывает, как можно крепить. И куда подключать. Каким образом поставляется камера и инструкция. Так. Ну и вот сама камера. Ох, как я ее ждал. О, а здесь уже пупырка. То есть поролон, картонная коробка и внутри пупырка. То есть она реально мощно защищена. Ее вообще ничего не должно беспокоить. Ну, вот такая камера. Получается, здесь ты можешь ее поставить на штативчик. То есть ты можешь ее поставить не только на монитор. Ты можешь либо на монитор ее так вот положить и закрепить. И она будет держаться. И направить ее куда тебе, как надо. Либо можешь просто поставить, если ты не хочешь на монитор, на штативчик, закрутить туда штативчик. И поставить на стол. И все. И она будет на штативчике стоять на столе и смотреть, например, на тебя. То есть, если, ну, как тебе удобно. По идее, наверное, так и есть. То есть... Она, ну, хотя, по идее, если она хорошо снимает, ее можно и для съемки использовать. Здесь еще даже пленочка есть. В общем, здесь оно держится. Здесь это резиночка такая небольшая, там крепление для штативчика. Здесь тоже только небольшой поролончик, чтобы не поцарапать мониторчик. Причем со всех сторон, и здесь, и здесь, и здесь. И так она будет стоять. Причем... Камера, которая у меня была Logitech, она просто, когда ты ее ставишь, так вот на монитор, она могла подниматься вверх и опускаться вниз. Все. А это может еще и в бок повернуться. То есть в любую сторону. Удобно. Есть такая крутилочка вон. Хотя, она может, наверное, даже и двигаться. Но я не уверен. Еще круто то, что здесь есть такой, как бы, шторка такая. Бывало я, когда вот сидел за компом и уже не транслировал, и думаю, а вдруг на меня кто-то смотрит, и я просто бумажку, ну, мало ли, какой-нибудь хакер подключился, я бумажку вешал, чтобы меня не видно было. А то не надо бумажек. То есть ты вот потранслировал, не, потом не хочешь, например, чтобы, когда уже перестал транслировать, не хочешь, чтобы тебя кто-то видел, мало ли, вдруг кто-то подключится, просто шторку закрываешь, все. Не нужно никаких бумажек, ничего. Причем она так мягко, легко открывается и закрывается просто одним пальчиком. Здесь вот она пленочка снимает, снять ее можно. Причем пленочка как на самой пластмасске, чтобы пластмасска не поцарапалась, так и на самой камере, чтобы камера не поцарапалась. Здесь микрофон. Здесь не знаю, что. И там где-то должны быть фонарики. Ну, а эта штука, не знаю, движется, не движется, вот это вот, где она стоит. Такое ощущение, что ее можно отсюда достать. Главное, чтобы я ее не сломал. Ну, типа, главное, чтобы я не сломал. Мне хотелось бы новую ветку сломать. Ну, вот эта штука снимается, наверное... Да, вот эта шторка, если она не надо, можно ее снять. То есть она сюда крепится. Я вижу, что здесь какое-то крепление есть. Ну, такая вот камера. И идет от нее провод. USB-шный. Обычная USB-шка, 1.5 метра. В общем, выглядит реально круто. Коробочка такая. Вся новенькая, без единой царапинки, пупырки. Внутри вся такая, она новенькая, без царапинок. В общем, как мне кажется, реально круто. Ну вот я раскрутил USB-шник. Да, довольно-таки длинный провод, 1.5 метра. Будет 1.5 метра провод еще такой. Ну и сам USB-шник такой массивный. Ну и сама я так посмотрел еще, пока раскручивал. Без царапинок, без ничего. То есть мне камера пока что нравится. На внешний вид. И на упаковочку, и на все. Ну, а дальше буду тестировать, смотреть, как работает. И потом уже покажу, как с нее, какое с нее изображение.
Вот такая вот вебочка пришла ко мне. Дальше буду тестировать. Ну, а на этом все. Всем покедова.